В Ульяновске прошло заседание Президиума регионального политического совета регионального отделения партии «Единая Россия». На встрече обсудили меры поддержки многодетных семей, нацпроект «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Главной темой в повестке оказался вопрос о применении новой кадастровой оценки. Оценка не затрагивает промышленников. Граждан налоги вырастут не больше 10%. В основном резкий скачок оценки произошел по объектам, связанным с торговлей, примерно в 4 раза. Учитывая это и то, что в Едином государственном реестре содержались определенные ошибки, совместно министерство с Росреестром разработало методику, как исправлять ошибки и вносить уточненные сведения. В целях нивелирования роста налоговой нагрузки в отношении торговых и офисных объектов по поручению губернатора был разработан проект закона, предусматривающий льготы. Льгота будет применяться только при отсутствии налоговой задолженности. К новому туру кадастровой оценки мы и Республика Мордовия оказались в уникальном положении, потому что все ставки в этих двух регионах были ниже, чем у соседей. Отсюда и огромный рост, скачок. И Ульяновская область, и Республика Мордовия оказались вынуждены разрабатывать свои особые нормативные документы, чтобы не допустить резкого скачка налогов. После доклада разразилась жаркая дискуссия. Действительно, переоценка кадастровой стоимости не проводилась 12 лет. Все это понимают, но предприниматели недовольны таким резким ростом налогов. Почему при подготовке кадастровой стоимости не было заранее проведены консультации, встречи с людьми, которые заинтересованы, ними были просчеты сделаны по прогнозу тех ставок налогов, которые будут уплачены. И почему нельзя изменить ставку? Вопрос о переоценке кадастровой стоимости остался в подвешенном состоянии. Члены партии и предприниматели просят пересмотреть критерии оценки. А пока взяли паузу. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.